В селе Хусай-Карданик Зеленчукского района состоялась встреча рабочей группы с населением по социальной догазификации. Депутаты парламента республики и представители регионального отделения партии «Единая Россия», «Газпром» газораспределительная компания «Черкесск» и руководство района подробно рассказали о программе социальной догазификации и ответили на вопросы жителей. Репортаж Алихана Лепшокова. В селе Хусай-Карданик совсем скоро появится газ. На сегодняшний день на завершающем этапе находится строительство распределительных газопроводов. В ходе встречи жители данного населенного пункта задавали вопросы касаемо программы социальной догазификации и какие документы необходимы для того, чтобы в свои домовладения провести газ. Представители акционерного общества «Газпром» газораспределения «Черкесск» отметили важность подобных собраний, чтобы разъяснить имеющиеся вопросы граждан. Газ будет бесплатно доведен до границ земельного участка согласно федеральной программе догазификации, но при этом мы знаем о инициативе местных органов власти о том, что газовая труба доводится также бесплатно до стены домовладения, а далее внутреннее устройство системы газопотребления и газоиспользующее оборудование может быть приобретено также по льготам, но это действует для отдельных категорий граждан льготных. Проложено 3,5 километра газопровода в селе Хусай-Карданик. После проведения всех строительных работ населенный пункт будет включен в программу социальной догазификации, и уже жителям необходимо будет подать заявку на участие в этом проекте. При проведении работ по строительству распределительных газопроводов были также предусмотрены строительство газопроводоводов к 47 домовладениям из 60, которые есть в населенном пункте. Остальные 13 домовладений также будут догазифицированы. В любом случае, есть газопровод ВОД или газопроводовода нет, жителям всем нужно подать заявки в РЭС по Зеленчукскому району на догазификацию. Жители села задавали вопрос о том, в каком случае могут отказать в заявке для социальной догазификации. Также граждане обращались с проблемой улучшения дорог внутри села после проводимых строительных работ. Газификацию у нас начали проводить, уже в основном провели. Остались некоторые улицы, где не было газификации. Вопрос по этим улицам был. Потом по улучшению после проведения труб, улучшения дорог был вопрос. Ну, на вопросы нам ясно ответили, четко по срокам тоже определились. По словам представителя акционерного общества «Газпром» газораспределения «Черкесск», все строительные работы по установке газопроводов будут завершены к концу этого месяца. И уже после начнется прием заявок от жителей на программу по социальной догазификации. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район.